Вот такой у нас завтрак. Ждем гостей, которые на благотворительном аукционе СОС Балена Перминова купили завтрак у нас дома. В общем, готовимся. Мне кажется, очень красиво. И, конечно, давайте делать добро вместе. Спасибо этим замечательным людям, которые не остались в стороне, а приобрели этот чудесный лот. И сегодня я буду не в одиночестве, специально задержалась дома и жду гостей. И очень красивая сегодня сервировка вместе с ладури. Ну и, конечно, пирожки и черная икра.